Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет вторая часть такого интересного журнала, как «Фантастические твари и преступления Гриндевальда». Давайте немножко посмотрим альбом. У меня здесь в первом как бы части только две наклеечки. Это у нас летучка, кажется. Может, я ошибаюсь. И Альбус Дамблдор. Молодой. И специала, к сожалению, нету. Следующий разворотик. У нас попался чемоданчик. Также Якоб с Ньютом. Макуса. Но нету. Тина попалась. А, личурка. Не тучка. Личурка это у нас. Все семейство Бербоун. Я Браун, что ли, называл. Бербоун. Также у нас и Персиваль Грейвс. Ну, немножко перевоплощение Гриндевальда. Также у нас и птичка. И тут у нас Якоб. Обскур. Здесь побольше попалось. Целиком весь Ньют попался. Тут так классно сидит. Аж прям такой позирует. А это «Фантастические твари, где они обитают». Ньют написал эту книгу. Вот она. По второй части фильма он новая книга Ньюта «Фантастические твари, где они обитают». Стала бестселлером. Это у нас лето. Или лето. Как там правильное ударение, не знаю. Тесеус Саламандер, брат Ньюта. Креденс Шиф. Ну, тоже не очень знаю, как правильное ударение, надо знать. Побег Гриндевальда. Тут у нас вот такой Гриндевальд с такой прической, современной довольно для нас. Тина. Но ее не попалось. Это Якоб. Встреча в Париже. Юсуф попался. Юсуф Кама. Ньют. Натяжка. А, кстати, это Николя Фламмер. Забыла, как его зовут, если честно. Альбус Дамблдор, ну, не попался. Также воспоминания молодой Ньют. Вот лето попалось. Лана опять почему-то. Гриндевальд с немножко половинкой Альбуса попался. Винда Розье, без понятия кто. Волшебные существа. Абраксан. Господи, что не говоришь. Абраксан. Порода белых крылатых коней. Вот как раз. Я забыла, как они называются. Но кто их помнит вообще. Личурка. Лунтиленок. И Авгурье попались. Не прошлый раз. Классные такие. Это у нас уже часть Гарри Поттера. Как видите, друзья с первой минуты. Рон попался, Гермиона, к сожалению, еще нету. Также вот школа череды волшебства, как они из замок Хогвартс идут, она комната и большой зал. Аберфорд поп. Жалко, не блестяшка он есть. Виктор Крам, а я сейчас думаю, как же тебя зовут-то, Виктор? Долорес, Квирин. Ну, попались. Осталось только еще 5 найти, 4 найти профессора. Ну, это довольно печальная сторона. К сожалению, Гарри Поттера не хочу даже мне говорить. Магический транспорт. Еще нету. Философский камень. Здесь у нас омут памяти и хрустальный шар должен будет попасться. Но его еще нет. А это у нас... Батита Бекшет. Если вспомнила эту старушку Дарьи Смерти, попалась. Точнее, не попалась, а просто еще как бы запакована мать-невидимка. Вот это мне нравится. Змеиный язык. Переливалка. Так, это у нас Мулит. И вот Секрет Стражи. Мне так нравится, что вот их сделали так, только я чуть не очень... Найди там всем крестражи. Называется. Их вроде, да? Так.
Ну, основной пожиратель смерти. Вот это семейство Малфоя вообще распрелесть. Очень классная фотография. Белатриса, Дуэль и все. Ну, тут у нас факультетики. И давайте откроем 15 пакетиков. Так. Посмотрим, как заполнится на этот раз альбомчик. Ой. Половина вывалилась. О. ТСОС у нас уже был. К сожалению, повторка. О, этот. Такой прикольный зверь. Говорю, не очень знаю, как их зовут. О. Макгонагал. ТСОС летой. Лето. О, Тина специалка. Следующий. Так, повторка, к сожалению. Вот это 17 номер, наверное, не было. Это у нас, короче, профессор Дамблдор и Гарри. О! Наклёкры летят. Тут много, очень много повторяющихся, как бы, спецов из много, ну, из разных Гарри Поттеров журналов. Так что тут очень много повторок. Это у нас битва Волан-де-Морта с Гарри Поттером. Класс. И что-то мне казалось, они с другой стороны должны быть. Зеркально видишь, что показано. Так, специалку отложим. Кстати. Ньют и Якоб кушают. Ой, с первой части Ньют сидит. Кажется, такая была. Да, повторочка. Попался. О, Тина! Тина специалка новенькая. Забыл, как его зовут. Седрико. Господи. Я ведь чья память называется. Ньют залезает в чемодан. Ну, это вообще просто жесть, как клёво. Так, Реденс нагальный. Ньют. Повторка. И такая уже я вклеивала. Но не сегодня повторка, а такую уже вклеивала. Класс! Это кошка! Забыла, как зовут. Мне нравится то, что эти кошки сначала нормальные, а когда их дозаряешь, там что-то делаешь плохое, они начинают за тобой гнаться и увеличиваться в размерах. Господи, это уж, наверное, какая повторка. И это повторка. Якоб. Ну, не повторка, эти я уже вклеивала, и эту я вклеивала. О! Волан-де-Морт. Здорово. Здесь просто ничего страшного, повторки. Можно спокойно поменять за то, что у меня не будет. Но это будет плохо, если будут повторки из спецов. Так, это у нас там Реддл, когда его уничтожают. Когда протыкает Гарри, кажется, дневник. Там Реддл исчезает. Это и тоже из... Нет, это из третьей части. Где они тут смотрят свою судьбу. Лето. Нюк и Тина. Тут у нас Гермиона на кладбище. О, спецакон Тины Якоба. Класс. Вообще-то мне казалось, что вот эта синяя кантовка, это будет спецы от фантастических тварей, а эта желтая кантовка, это будет спецы из Гарри Поттера. Но вот они как-то их смешали. Нет, и Тина. Так, когда Гриндевальд еще был в этом переплощении. Это из первой части. Так, Лето с Ньютом. А, тут уже Якоб пытается залезть в чемодан. Это вообще здорово. Специалка Волан-де-Морта.
О, господи, Волдемар Говоридора. Альбуса. Я не знаю, что так сказала. Так, следующий. О! Папа! Как же его зовут-то? Полумны. Опять это Батильда. Нет, и Тина. Философский камень был. Ну, я уже вклеила. Это четвертый? Да, четвертый. Значит, я не считаю, что самый лучший фильм. Это у нас второй? Нет, пятый. А может, шестой? Нет, вроде на пятый посмахивает. Так, следующее. Карета. Седрик. Ньют со своим чемоданчиком любимым. Я опять Ньют. О! Жучок. Который без понятия, как зовут. Надо смотреть, как тебя зовут, жучок. У него, кстати, на затылке эти крылышки. Дедушка. Трехэтажный автобус. Так, Якоб. О, Личура, Литура. Первый номер. Как видите, он у нас есть. Личура, наверное. И вот они стоят. Точнее, Гриндевальд стоит. С кем-то призывать своих присмешников, чтобы они были свободными. Ну, я точно не знаю. Спойлерить нельзя, если кажется, да? Посмотрите сами, что он там говорит. Волан-де-Морт. Вообще классный какой этот арт. Обалденно. Вот бы сделали эту специалку. Вообще здоровски. Том Реддл. Якоб, они, наверное, тут хотят переместиться. Порыв. Повторка. Ой, ты лапочка. А это как бы животное такое хорошенькое. Не любят, когда его видят. А также смотреть, как его зовут. Так, тут у нас с самого начала Ньют тут пытается покормить своих животных. Опять Ньют. Малыш Гарри. Мизиная палочка. Вау. Классная. Спец вообще здоровский. Северус Снейп. Вот, наверное, из шестой части. Принц полукровка. А может даже из седьмой части, где его пытаются убить. Ну, где он там пытается убить Дамблдора. Так, Ньют. А это какой-то там шипалый или что-то в этом роде. Так, такую я уже вклеивала. И Гриндевальд в тюряге, в тюрячьем виде. Такой белый, как если помню, такой вот Шека Морозова. Так, следующее. Тина. О. Лето с Тесоусом. И вот. Кажется, это даже очень смахивает специалка из первой части. Так, и последний пакетик. Что твердое? Последняя надежда найти что-нибудь интересное и новенькое.
Посмотрим. Только что попадалось. Не было. Это тоже не было. О, грозный глаз, Грюм. Здорово. Кстати, это единственное с ним, наверное, будет наклеечка. О! Любиобильный наш. Как я смотрю, все спецы новенькие. Здорово. Давайте посмотрим, сколько из этого всего у меня в клена, сколько из этого всего у меня в повторчиков. И сколько будет новеньких. Так, посмотрела, посчитала. Две повторки из 15 пакетиков. Обалдеть. Класс. И 13 я уже вклеила. Это очень хорошо, что так мало. И 15 повторчиков у меня уже опять, ну, есть. И осталось 60 наклеечек клеить. И посмотрим в следующий раз еще, как заполнится журнал. Я открою, наверное, еще 15 пакетиков. Наверное, да. Ладно, с вами была Юля. Спасибо, что смотрели мое видео. Всем пока. Bye-bye.